Сейчас, иди сюда. За нами. Лёш, работай с ним. Что делать? Международный военно-технический форум «Армия-2016» объединил сотни тысяч участников, лучших представителей науки, оборонной промышленности, бизнеса всех регионов Российской Федерации от Калининграда до Владивостока и гостей из 80 стран мира. Глубоко символично, что закрытие форума проходит в знаменательную для вооруженных сил Российской Федерации дату. Сегодня мы в 70-й раз отмечаем День танкиста. Поздравляем с праздником всех представителей этой доблестной воинской профессии. В рамках форума прошли церемонии награждения лауреатов, и сегодня главный приз форума вручает министр обороны Российской Федерации, генерал армии Сергей Кужугетович Шойгу. Главный приз Международного военно-технического форума «Армия-2016» за достижения в области развития вооружения, военной и специальной техники, за вклад в подготовку и организацию форума вручается акционерному обществу концерн «Калашников». Приз вручается генеральному директору концерна «Калашников» Алексею Юрьевичу Криворучко. Коллеги, уважаемые гости, второй международный военно-технический форум «Армия-2016» завершает свою работу. Его итоги убедительно свидетельствуют, что из дебютанта конгрессно-выставочной деятельности он превратился в одну из ведущих мировых выставок вооружения и военной техники. Стал эффективной формой налаживания взаимодействия между органами власти и бизнес-сообществом, действенным механизмом интеграции производства новейших научных разработок. Считаю, что главная цель форума достигнута. На площадках парка «Патриот» и полигонах были продемонстрированы лучшие достижения российских оружейников. В ходе работы подписано 17 контрактов на общую сумму свыше 130 миллиардов рублей. Их реализация
позволит поставить войска новейшие подводные лодки, малоракетные корабли, более 200 единиц современного ракетно-артиллерийского и бронетанкового вооружения, а также инженерной техники. В ходе форума наши зарубежные партнеры смогли убедиться, что мы открыты для совместных проектов в военно-технической сфере. Признательны представителям иностранных государств, которые не просто приехали, а приехали в этой сложной, непростой международной обстановке, готовы к взаимодействию с Россией. Благодарю всех, кто принимал участие в организации и проведении этого одного из самых значимых мероприятий Министерства обороны. Дорогие друзья, Международный военно-технический форум «Армия-2016» объявляю закрытым. Министерство обороны Российской Федерации сердечно благодарит всех участников и гостей второго международного военно-технического форума «Армия-2016». Красиво держат строй и гордо шелестят знамена. Комбат и рядовой, единою судьбой, мы связаны навек, друг мой. Служить России суждено тебе и мне, служить России удивительной стране, где солнце новое встает. Yeah.